Видео решил записать за поправки, потому что это уже третий автомобиль, который при мне заправился дизелем и как бы перестал ехать. То есть это 105-ка на Нике заправлялась дизелем. Не пошло Диман на Делике. И вот она, 100 Toyota Duna. Видео? Да? Ну, заправилась дизелем. Также с Дюной ехал Nissan. Он тоже заправился бензином, и у него начали стучать клапана. Так что заправляться там или нет, делайте выводы сами. А так, заправляемся. Первая заправка Газпром, после Бирска крупная. Потом в Шипалино на Роснефти и дальше на Опти. На бывших заправках Расула. Да, там бензин чуть подороже, но он качественный. Так что как-то так. Нет, вы не прочистишь. Там же бумага.